Коллеги, доброе утро. Мы наконец-то включили наш микрофон. Наше кривляние вы уже видели на видео. Прежде всего, давайте мы с вами сделаем что? Мы давайте с вами, прежде чем начнем содержательную часть нашего вебинара, мы проведем необходимые процедуры, сделаем саундчек. Коллеги, во вкладку Questions, слышите ли вы нас, напишите. Вот вкладка Questions у нас выглядит вот так. Во вкладку Questions напишите, пожалуйста, добрые слова, привет, либо плюс, что вы нас слышите, все хорошо. Да, нас слышат. Коллеги, если вы нас не слышите, либо у вас пропадает звук в процессе нашего вебинара, то, пожалуйста, прежде всего попробуйте переподключиться. А если это не помогает, то напишите нам, мы у себя что-нибудь тоже прикрутим, посмотрим, что-нибудь, в общем, придумаем, может, даже перезапустим вебинар. Запись. Запись вебинара мы уже ведем. Либо сегодня вечером, либо завтра утром мы вам пришлем ссылку на нашу запись. И вы можете нас пересмотреть, переслушать. Давайте знакомиться. Сегодня в студии я, Олег Строкат, я руковожу отделом контроля качества Bittrex. Рядом со мной я, Евгений Петриченко, я руковожу, соответственно, отделом мобильных разработок нашей компании. Да, привет. Доброе утро. Привет, Евгений. И сегодня с нами будут вести потом, позже, вебинар наши коллеги. Сейчас я сделаю, коллеги, включу сейчас вам звук. А, кстати, Антон, я думаю, что вы это сможете сделать сами. Да, сегодня с нами в студии также будет вести вебинар Антон Костин, Антон Цевменко, коллеги из компании YaCreations. Антон, давай что-нибудь скажи, я вижу, микрофон у тебя загорелся. Да, включил его наконец. Добрый день, коллеги. Соответственно, да, нас легко запомнить. Мы два Антона, представляем интернет-агентство YaCreations и будем рады поделиться с вами нашим, так сказать, боевым опытом. Да, супер, отлично. Ну, Антон, я вас... Извините, да. Я хочу спросить, а вот Антона хорошо было слышно? Такой вопрос. Напишите в чатике, там плюсики, да, окей. Да. Все, спасибо большое. Отлично, Антон, мы тебя подключим чуть позже. Коллеги, давайте мы двинемся по нашей презентации дальше. Небольшой, маленький совсем соцопрос. Пожалуйста, пишите вопросы, не вопросы, а сферу вашего бизнеса, вот как у Questions, чем вы занимаетесь, чем вы, может быть, планируете заниматься и... Для чего вы хотите, либо планируете разрабатывать мобильное приложение. И также, если у вас какие-то интересные задумки, то смело пишите. Сразу же короткая вставочка про вопросы. Если у вас такие появляются, вот как у Questions, сразу же их пишите. И маленькая подсказка. Чем короче вопрос, его формулировка, тем больше шанс, что мы на него ответим. Потому что нам не придется тратить много времени, чтобы его прочитать, обдумать и дать вам ответ. Итак, сегодня у нас вебинар про мобильное приложение от создания до продвижения. Во-первых, давайте сделаем небольшую краткую вставочку. Самая интересная часть будет у Евгения, я лишь только вот кратко совсем сделал. Вообще сейчас тренд mobile first, что это значит, коллеги? Если раньше создатели программного обеспечения, да, владельцы магазинов, прежде всего пытались донести информацию до конечного потребителя через десктоп-приложение, через веб-сайты, то сегодня... Что сегодня происходит? Сегодня мобильный телефон у каждого из нас, всегда вот он со мной в кармане, каждый день практически, ну сколько, часов 16 в сутки точно он всегда со мной. Поэтому логично, что прежде всего хотят не потребители, а производители донести информацию через мобильный телефон, через мобильное приложение. Да? Ну и вначале немножечко статистики, почему именно мобильное приложение нужно разрабатывать. Почему мы считаем, что это перспективный рынок и он набирает обороты? Ну, здесь сейчас на слайдике, если вы посмотрите, у нас приведена статистика от Data Insight.ru. Что здесь видно? Через что покупатели, пользователи чаще всего совершают онлайн-покупки и через что они, собственно, выходят в интернет? Ну, вы можете наблюдать, да, что настольный компьютер используют у нас 68%, а смартфоны уже целых 50%. Ну, кстати, есть у нас здесь и те, кто выходит через простой обычный мобильный телефон в интернет. Ну, это отдельная история, да, у нас. Nokia 3310. Nokia 3310, да, совершенно верно. И обратите внимание, коллеги, очень интересный пункт. Smart TV. Сегодня как это... Smart TV – это вообще растущий рынок. Совершенно верно. Это источник трафика, я думаю, в перспективе очень такой весомый. Это новый рынок, коллеги. Если вы знаете Apple TV, есть ли что-то у Android, да? Наверняка что-то есть. Ну, у них есть Chromecast там, и так далее и тому подобное. Но, в общем, много всяких операционных систем, в том числе, которые там WebOS и так далее. Не все они хороши, но, тем не менее, мы идем к тому, что и телевизоры также будут важны. Совершенно верно. Но сегодня мы все-таки про мобильные устройства, про Smart TV, возможно, мы расскажем когда-нибудь позже, в будущем. Следующий слайд о том, говорит нам о том, как используется смартфон на различных
этапах интернет-торговли. Обратите внимание, что для выхода в интернет, само собой, используется, ну, 100% используют людей для мобильных телефонов для выхода в интернет. Для заказа товаров в интернет-магазинах, ну, поменьше пока что, 28%. А для платежей через интернет 30%, коллеги. И следующий слайд говорит нам о том, как распределяются покупки по методу совершения заказа. Ну, вот через мобильное приложение мы видим, что доля еще очень маленькая. Ну, это и понятно. Почему? Потому что это рынок растущий. Это растущий рынок конкретно в России. Сейчас это растущий рынок, а на Западе цифры немного другие. Мы их здесь не приводили, но как это обычно бывает, что тренды часто зарождаются именно на Западе, там, где все это и развивается, и мобильные приложения, и магазины мобильных приложений, и аудитория там более образованная, что ли, быстро входит в этот рынок. И волной потом накрывает нас. Совершенно верно. Мы как бы догоняем, ну ничего, принимаем, перенимаем, да, заодно. Но темпы роста у нас положительный опыт. Высокие сейчас. Да. Ну и следующий слайд о росте, который показывает вам рост мобильного канала. Например, если в 2015 году он был от 0 до 10%, то по прогнозам тех же опрошенных в 2018 году, коллеги, цифры у нас будут совершенно другие. Вы это можете видеть сейчас, да, на графике. Согласен. И если мы говорим о том, что происходит на этапе, когда задумываются о создании своего мобильного приложения. Да? Вот позже коллеги, партнеры скажут, расскажут про создание нативного приложения, про создание приложения на платформе. Какие вопросы возникают на этапе, вот, когда вы задумались создать ваше мобильное приложение? Это очень дорого, требуются большие знания. Это если мы говорим о создании приложения не на платформе какой-либо, без какого-либо фреймворка. Дорого, нужно много знать, в общем-то, главный тезис, что это дорого по времени и по деньгам. Ну, здесь я еще хочу добавить, вот здесь у нас на слайде есть, именно требуется очень большой бюджет на разработку. То есть разработка, это, то есть первичная разработка, выпуск этого приложения в Google Play App Store или там какое-нибудь приложение для Windows Phone, а потом идет поддержка, опять же, трех платформ. И это не менее дешевая часть по сравнению с разработкой, и я бы сказал, это довольно-таки большой минус. Ну да, вот мы этот тезис «экономически это очень дорого» написали последним. Коллеги, в действительности он первый, это он главный тезис. А что преследовали мы, когда мы разрабатывали нашу платформу для создания мобильного приложения? Ну, в первую очередь, чтобы вы, ваши клиенты, могли быстро качественно создать качественное приложение, мобильное приложение и попробовать, как оно работает на вашем рынке. Работает или не работает. С помощью знакомых средств разработки. Совершенно верно, что немаловажно, кстати. Конечно. На имеющейся платформе. То есть практически не нужно обладать всеми этими огромными знаниями. И позже, кстати, мы вам все об этом расскажем, да, сегодня. Ну и давайте, наверное, сейчас мы уже приступим к нашей практической части. Давайте посмотрим. Вступительное слово сейчас я скажу маленькое. Вот мы сейчас видели слайдик. Наша компания выпускает вот такой продукт, 1С Bittrex, мобильное приложение. Я хочу сразу начать с того, как это мобильное приложение выглядит. Давайте посмотрим результат. То есть у нас есть, давайте я сейчас переключусь на мой мобильный телефон. Время от времени покажу приложение, которое сделано на нашей платформе, нами же, чтобы продемонстрировать возможности. Это Bittrex eShop App. Его можно скачать в App Store или в Google Play, если у вас Android. Я буду демонстрировать именно с iPhone. Именно с iPhone. То есть, это, коллеги, прямо подключили наш iPhone сейчас к компьютеру, и вы можете наблюдать, да, я могу в реальном времени, что происходит. Да, и демонстрирую с iPhone, потому что легче, в принципе, его продемонстрировать в реальном режиме. Давайте запустим приложение. Подключиться интернет. Вот это приложение на нашем стандартном решении интернет, мобильный интернет-магазин. Он входит во все редакции Bittrex управления сайтом, где есть магазин. Бизнес, малый бизнес. И демо-каталог. Ну, в данном случае это наша стандартная обувь, штаны, цветочная поляна. Ну, в принципе, знакомые все эти картинки и так далее и тому подобное. Давайте посмотрим. То есть это приложение на нашей платформе по гибридной технологии на Bittrex Mobile сделан. Давайте посмотрим, как этот магазин выглядит, в принципе, сам по себе в браузере. Обычный магазин, он выглядит так. И в каждом таком магазине
В данном случае демо-магазин. Есть папочка eShop. Давайте посмотрим. eShop App. К этой папочке как раз таки подключается наше мобильное приложение и отображает контент оттуда. Что это означает? Это означает, если вы меняете на сайте что-то, это поменяется и в мобильном приложении. Если вы меняете цену на сайте, цена меняется в мобильном приложении. Если вы меняете дизайн на сайте, это меняется в мобильном приложении. Это означает, что однажды выпущенное приложение можно обновлять без перевыпуска. А перевыпуск в App Store и Google Play, ну, в частности в App Store, это довольно-таки долгая процедура. С каждый раз с проверкой, реджекты, ну, это, в общем, очень сложно. То есть по опыту мы это знаем. Давайте попробуем какой-нибудь товар изменить. Давайте я снова переключусь на свой мобильный телефон и подключусь к своему локальному магазину. Вот, как вы можете видеть, одинаковый контент. Допустим, у нас есть вот футболка «Женская соблазн» обычная. Я ее попробую изменить. Я уже перешел в режим редактирования. Изменим товар. Ну, чтобы наглядно было, я вот уберу слово «обычная соблазн». И сохраню изменения. Как мы видим, что на сайте все изменилось. Давайте посмотрим, что произошло в мобильном приложении. Обновляем. Действительно, все поменялось. Соответственно, в мобильном приложении все автоматически меняется. Так работает наша технология. Вы делаете фактически один раз, и это работает на двух платформах, iOS и Android. Пока Windows Phone мы не сделали, потому что есть определенные причины. Даже Microsoft вот буквально недавно даже отказался от своего мобильного подразделения и сдал его в аренду. Это, коллеги, мы предвосхищаем ваши вопросы, поддерживаем мы платформу Windows Mobile. Мы знаем, что такие вопросы будут. Да, совершенно верно. Нет, пока что мы ее не поддерживаем. Давайте двинемся дальше. Давайте дальше посмотрим. Итак, вы посмотрели конечный результат. Вы можете сделать такое же приложение для себя. Ну, во-первых, вы можете это приложение скачать в App Store, правильно я понимаю? Вот наше демонстрационное приложение. Да, это в App Store и в Google Play одинаковые приложения. Вы можете посмотреть, как все это работает, и сделать примерно то же самое, но со своим контентом, дизайном, логикой. Все это делается на сервере. Итак, как это работает? В основе нашего продукта, один из Bittrex мобильное приложение, лежит платформа Bittrex Mobile. Фактически я уже рассказал, как это работает. Ну, если техническим языком, мы написали на две платформы Android и iOS специальные модули на Java и Objective-C. Вам этого делать не нужно, как разработчикам мобильного приложения. И создали специальный браузер, который поддерживает некий API, Bittrex Mobile API. Вы на JavaScript вызываете какие-то функции, а мы вызываем свои нативные функции. Соответственно, вы получаете доступ через JavaScript к камере, каким-то нативным элементом интерфейса, слайдером, каким-то вьюпейджером. То есть фактически это гибридное приложение, сочетание браузера, браузерного интерфейса верстки и нативных элементов интерфейса. Это работает значительно быстрее, чем просто веб-приложение с анимацией на JavaScript и так далее. Это в общем. Я не буду вдаваться в подробности. Давайте посмотрим, что у нас дальше. У нас есть три инструмента, которые, на наш взгляд, помогают быстро начать разрабатывать мобильное приложение. Как я уже сказал, это JS API, который позволяет получить доступ к функциям телефона и к нативным элементам, которые являются эксклюзивными конкретно для нашей платформы. Это отличается от других подобных фреймворков, скажем так, на всю сторону. У нас есть конструктор. Конструктор мобильных приложений, который позволит вам визуально спроектировать дизайн, посмотреть, как оно будет выглядеть, ваше приложение, настроить какие-то элементы поведения вашего мобильного приложения. И есть третий элемент, это мобильное приложение для разработчиков, которое также бесплатное, есть в мобильных магазинах App Store, Google Play, вы можете его скачать и начать разрабатывать. И что я могу сказать? Вы можете это делать бесплатно. Разрабатывать можно бесплатно. Я сейчас покажу, как это делается опытным путем. Итак, что вам нужно для того, чтобы начать? Первое. Вам нужно заиметь Bittrex. Установить. То есть купить лицензию, да? Кстати, не обязательно купить, можно взять 30-дневную версию. Совершенно. И за 30 дней освоить разработку.
редакция, которая должна содержать модуль мобильная платформа. Этот модуль есть везде. Я показываю, вот он есть у меня, естественно. Мобильная платформа установлена, этот модуль. Этот модуль есть во всех редакциях и корпоративного портала Bittrex24.коробка и Bittrex управления сами, кроме редакции первый сайт и старт. Там этого модуля нет. Он должен быть установлен. Когда модуль установлен, вы можете уже начать разрабатывать. Вам нужно перейти во вкладку «Сервисы» и найти раздел «Мобильное приложение» и «Конструктор мобильных приложений». Здесь у нас нет ни одного приложения. Давайте создадим мобильное приложение. То есть, в принципе, с этого мы начинаем. Итак, название. Название. Ну, приложение. Давайте дадим нашему приложению символьный код. Обратите внимание, что конструктор вам всячески подсказывает, что нельзя делать. Вот он не дает мне создать символьный код с кириллицей. Будет apps символьный код. И папка apps, которая будет появляться в корне сайта. Там будет жить мое мобильное приложение, к чему будет подключаться приложение со стора. И давайте выберем шаблон публичной части демо-приложения, просто легче показывать возможности платформы. Оставим шаблон, создадим шаблон мобильного приложения. Создать. Итак, давайте сначала посмотрим, что у нас произошло в файловой структуре. В файловой структуре у нас появилась папочка apps, которую я указал при создании приложения. У нас уже здесь есть какой-то контент. Давайте посмотрим, что в нем есть. Папочка, вот есть файлик index.php, здесь есть компонент demo API. Он нам будет показывать возможности платформы. Вернемся в конструктор. Итак, конструктор. Что у нас есть в конструкторе? Конструктор фактически позволяет нам конфигурировать наше будущее приложение в разрезе платформ. Можно добавлять платформы, удалять платформы, и будут разные конфигурации для операционной системы Android и iOS, а можно использовать общую конфигурацию, как вы захотите. Вы можете настроить цвета, размеры нативных элементов интерфейса. Вы можете задать определенные поведения вашему приложению, там, убрать верхнюю панель при старте, показать верхнюю панель при старте и так далее и тому подобное. Также вы можете настроить офлайн режим. То есть у нас это новая возможность. Вы можете создавать офлайн приложение, в документации это написано. Честно говоря, офлайн это вообще спорная вещь. Ну, вообще, ну, как бы да, коллеги, про офлайн нас спрашивают, но мы считаем, что любой практически сегодняшний телефон, он уже практически 24 часа в сутки подключен к интернету. Ну и стоит ли говорить про офлайн, а если мы еще будем говорить о том, что, ну, как сложно обеспечить корректную связь между офлайн-приложением и, например, изменившейся информацией на веб-сайте, да, ну, например. Ну, это еще та задача. Например, да. Я сегодня вчера себе закинул, купил себе штаны, отложил их, да, сегодня цена на них изменилась. Это все нужно будет обрабатывать, причем нужно будет как-то это делать в сторону, в пользу клиента. Ну, но это касается интернет-магазинов, это, где вот именно продаются товары и динамически все меняется. А если это какие-то сервисы, которые предоставляют, ну, какую-то услугу, допустим, там, не знаю, там, фильтры, допустим, для картинок, вы хотите сделать сервис, там действительно не нужен какой-то онлайн-режим, и действительно user experience будет лучше, если сделать офлайн-приложение. Я согласен, что есть такие приложения, но у нас... В принципе, мы ориентируемся на интернет-магазины в первую очередь. И, ну, как кто захочет, в общем. Ну, есть у нас возможность сделать офлайн-приложение. Mm-hmm. Обратите внимание, что справа есть у нас некий превьюер. Он показывает ваш элемент интерфейса. Вы можете не искать параметры, а просто наводить мышкой, курсором мышки на нужный элемент. И редактор перенаправляет вас на нужную вкладку, на нужные параметры, и он их подсвечивает. Если вам видно, то он зеленым подсвечивает те параметры, которые я могу настроить. Давайте попробуем настроить что-нибудь. Я хочу настроить, например, верхнюю панель, сделаю ее оранжевой. Хочу задать задний фон своему приложению. Я могу задать цвет, а могу задать картинку. У меня нет никаких картинок, но я попробую загрузить какие-то. Ну, допустим, вот такую. Берем цвет, можно выбрать режим заполнения, например, плитка. Но здесь плитка будет не видна, потому что картинка большая. Давайте попробуем обрезать ее от центра. По-моему, выглядит симпатично.
У нас уже появилось какое-то приложение для художников, да? Да, для художников, то есть какое-то, я так вижу, я вижу так свое приложение. Давайте, у нас здесь есть несколько режимов превью, вот есть экран загрузки, есть списки, списки мы точно так же можем настроить высоту ячеек, можем настроить, ну, практически все, что вот вы видите, что, все, что обведено, вы все это можете настроить. Просто кликая по элементу и задавая параметры. Вот я сейчас настраиваю секции. Например, вот так. Опять же, я так вижу, я сейчас пытаюсь просто задать цвета на бум. Ну и задний фон, последнее, что мне тут хотят. Мне. Ну вот так. То есть вот так мои списки будут выглядеть. Допустим. Итак. Ну, допустим, для меня этого хватит, я на все настроил, и мне нужно теперь посмотреть, как это приложение будет выглядеть. Мое приложение еще не выпущено, но я уже должен посмотреть, как это выглядит. И тут в дело вступает как раз-таки приложение для разработчиков, опять же, бесплатное, которое поможет вам посмотреть, как все это будет выглядеть. Что вам нужно сделать? Нажать на кнопочку «Подключиться». Мы видим здесь QR-код и адрес, который можно вбить в приложение, в поле, который вам предлагается. Это очень просто. Давайте посмотрим. Опять же, сейчас я выведу на экран приложение для разработчиков. Вот у меня на смартфоне. Я нажимаю кнопку «плюс». Могу вбить какой-то адрес, но я предпочитаю делать это по-другому. Я предпочитаю сканировать QR-код. Вот посмотрите, я навожу QR-код. Раз, все. Мы подключились. Ну, то есть... Приложение распознало, что у нас там есть приложение, и мы можем к нему подключиться и посмотреть результаты настройки. Итак, подключаемся. Что мы видим? Мы видим то, что мы настроили сейчас в редакторе. Цвет совпадает. Задний фон, может быть, он не совсем подходит к меню, но тем не менее. Давайте посмотрим, у нас есть тут демо-контент, допустим, списки. Выбор значений. Посмотрите, списки совпадают... В принципе, по дизайну, который мы настроили. Вот давайте посмотрим в списке с секциями. Секции выглядят именно точно так же. И это можно все менять в реальном времени. Допустим, мы опять перейдем на главную и попробуем поменять цвет. Давайте так сделаем. Перейдем в редактор, поменяем цвет, сделаем его какой-то зеленый, допустим. Посмотрим, как он выглядит. Действительно зеленый. И переключаемся обратно в приложение и обновляем. Цвет поменялся. И так с любыми элементами, которые вы найдете в редакторе. Все очень просто. Вы можете здесь настроить абсолютно, ну, очень много параметров. Здесь есть и невизуальные настройки, такие как настройка пуш-уведомлений, идентификатор, то есть флаги, поведенческие какие-то параметры и так далее и тому подобное. Все это описано в документации. Можете все посмотреть. Итак, так работает приложение. То есть так работает наш редактор, это первая часть. Ну и естественно, возвращаясь уже к файловой структуре, вы должны разработать это приложение с помощью нашего API. Женя, пока далеко не ушел, тебя спрашивают, а можно ли как-то вставить анимацию куда-либо? Если говорить о нативной анимации, то тогда нативную анимацию вы сделать не сможете, потому что доступа нет. Но у вас есть JavaScript, вы можете делать все с помощью JavaScript. И все анимации, которые вы делаете в браузере, вы можете сделать внутри этого приложения, потому что там фактически браузер с поддержкой современных стандартов HTML5 и тому подобное, CSS3, все что угодно. CSS-анимация, JavaScript-анимация, все это вы можете сделать. Uh-huh. И опять же, возвращаясь, разработка приложения, вы настроили приложение, его вид, и у вас есть файловая структура этого приложения. Фактически вы здесь можете разрабатывать ваш сайт, он же приложение. Давайте посмотрим, как это будет делать. Допустим, я хочу поменять, ну, или добавить кнопочку. Просто. Я добавляю кнопочку. Кнопка тест, она ничего не будет делать. Ну, тем не менее. Здесь как раз, коллеги, вы спрашивали, как добавить кнопку. Я вижу, что вопрос уже удалили. Вот прямо сейчас ответ. Это кнопка, да, это кнопка, которая будет внутри, в контенте, то есть на главной странице. Давайте обновим. Вот я ее сейчас добавил.
и действительно кнопка «Тест» появилась. Это очень хорошо. Если вы спрашиваете про кнопки, которые будут добавляться в верхнюю панель, вот наверху, да, пожалуйста. То есть есть API, который добавляет эти кнопки наверх. С разными иконками, какими хотите. Если вы хотите задать, допустим, какой-то навигационной панели заголовок, пожалуйста. Ну, тут неудачный заголовок, ну, можно поменять его в реальном времени, допустим, цвет. Раз, я поменял. Можно скрыть в любой момент. Это все API Bittrex Mobile. Вот такой маленький примерчик. Да, вот тут нас как раз спрашивает Роман, а вот скажите, а возможно ли работа приложения без, я подозреваю, Роман, если вы правильно вас понял, без лицензии, да, без, здесь ссылка на продукт Mobile. Нет, Роман. Как мы сказали в начале, чтобы создать приложение на нашей платформе. Создать приложение на нашей платформе вы можете в любой момент просто взять и запрограммировать, и наслаждаться им в мобильном приложении для разработчиков, которое не пригодно для распространения среди клиентов. Но для того, чтобы выпустить это мобильное приложение, вам нужно купить лицензию и фактически создать заявку на нашем сайте с указанием ключа лицензионного, действующего. Угу. То есть как бы да, но как бы и нет. Да, и дальше играться вы можете бесплатно. Да, и вот просят нас еще опубликовать ссылку на документацию. Я думаю, что мы позже покажем. Да? Нет, сейчас. Нет, сейчас. Хорошо, отлично. Сейчас я опубликовал ссылку на документацию. Ссылка на документацию. Что в ней описано? Процесс публикации. Как все происходит? От разработки до создания там, заявки, аккаунтов в Google Play и App Store. И, в принципе, процесс публикации, именно который происходит уже у нас. Рекомендации по созданию ресурсов, сплэш-спинов, иконок и так далее. Конструктор, как с ним работать, я показал. Разработка приложения офлайн, отдельный большой раздел. Отладка мобильного приложения, ну и весь Bittrex Mobile JS API. Все это там описано. Практически каждому API, практически каждой функции есть демо-видео. То есть это не просто так вы его вызвали и посмотрели, там, где вам нужно все смотреть. Вам прям показывается, как это будет выглядеть в вашем приложении. То есть демонстрация любой функции. Они практически все эти функции имеют какой-то визуальный эффект. И вы можете это посмотреть на видео. Каждый раз появляется новый API, мы дополняем документацию, в том числе с видео. Слушай, вот я смотрел, и вышло очень просто, да? То есть буквально, это можно сказать, даже визуальный конструктор, который не требует, по большому счету, больших знаний кода, ну, и так далее. А вот здесь вопрос тебе такой. А вот по твоему опыту, какой нужен опыт владения навыками JS, да? Средний, новичок, эксперт, для того, чтобы создать свое мобильное приложение? На самом-то деле... Только честно. Спрашиваю. Только честно. Только честно. Программирование именно на JavaScript в контексте приложения, то есть на нашей платформе, для создания именно простого приложения на самом-то деле не очень много требуется. Потому что все функции, которые предоставляет платформа, та же самая, они, в принципе, делают все за вас. Вам просто нужно знать, как они работают, смотреть в документации, поведение смотреть визуально, как это будет работать на Андроиде. В принципе, ничего сложного нет, и я не думаю, что нужен высокий уровень. Mm-hmm. По крайней мере, сделать простое приложение. Если что-то нужно сделать посложнее, естественно, там нужно покопаться еще и расширить свои знания. Okay. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Что у нас дальше? Дальше я рассказываю про этап, как это все происходит. Я уже о нем сказал. Вы сначала настраиваете все в конструкторе, разрабатываете свое приложение, оно практически не отличается от разработки сайта. Фактически просто вы используете наш API и, грубо говоря, интегрируетесь с нашей платформой. Затем вы создаете заявку на сайте с указанием ключа и параметров вашего приложения, описания. Мы эту заявку обрабатываем и собираем ваше приложение для Google Play и App Store и сами его выпускаем за вас, естественно, от ваших аккаунтов, потому что ну, оно должно принадлежать именно вам. Вот. От своего аккаунта мы не публикуем приложение. Дальше. Давайте посмотрим примеры. Вернемся к девайсу моему. То есть какие вообще какие приложения разрабатывают на нашей платформе? Я решил показать в разрезе сфер. То есть есть у нас вот приложение на Bittrex Mobile, допустим, муниципальное. То есть приложение. Не только магазин. Вот мы сейчас про магазин. Да. Коллеги, но делают очень разные сервисы. И доставки, ну, много доставки на самом-то деле. И какие-то управляющие компании делают там какие-то свои приложения для своих жильцов, то есть там какие-то там
отправлять пуш-уведомление, что нет воды, допустим, уже. У вас уже нет воды. Ну, в общем, такие вещи. Ну, я не знаю, я посмотрел приложение, можно перейти на русский язык, посмотреть вот приложение вот территории инвестиций Нижегородской области. Скажем так, я не знаю, насколько оно полезно, но в плане вот сферы использования нашей платформы, оно, в принципе, подходит для демонстрации. Такое приложение есть. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Еще у нас есть приложение GeoPizza. Я выбрал это приложение, потому что оно кардинально отличается от дизайна нашего стандартного решения. То есть ребята хорошо поработали, простенько, со вкусом, скажем так. Ну, доставка. Это доставка, здесь можно что-то заказать, купить. Вот у меня даже в корзине уже два товара. Обратите, коллеги, внимание, это настоящее рабочее приложение. То есть мы прямо по нему сейчас ходим. Вот я вижу здесь некоторые вопросы, мы на них позже ответим, но вот, по-моему, все видно на экране. Ребята используют нативные элементы. Нативный элемент наши списки. Отлично. Можно перейти в корзину, перейти обратно. Вот здесь нативные интерфейсы действуют. Посмотрите, в iOS это нативный интерфейс. Молодцы. Мне нравится это приложение по дизайну. Легкое, довольно быстро работает. Вкусное. Вкусное, да. Еще что есть? Есть у нас мобильный гид по городу Геленджик. Загрузится ли оно, это интересно. Загрузится. Нет, да. Ну, то есть вопрос еще в производительности сервера, это, конечно, уже общие вопросы производительности. Может, и сайт также работает. То есть загрузится или нет, мы сейчас посмотрим, насколько оно быстро работает. Да, что-то загрузилось. У нас есть тут объекты города. Давайте посмотрим, что такое объекты города. Насколько я помню, в этом приложении используются карты. То есть нет никаких ограничений. Вы можете использовать объект. Слушай, ну приложение, конечно, работает, я смотрю, не быстро, да? Есть подозрение, что и что-то у них и с сайтом то же самое. Да, то есть это, естественно, все вопросы производительности, которые возникают при создании сайтов, они, естественно, возникают и при создании приложения на нашей платформе, потому что это веб. И еще плюс ко всему накладывается тот факт, что чаще всего приложения заходят с небыстрых каналов. Это 3G, плохой 3G, H, LTE не очень хороший LTE, и поэтому надо на это ориентироваться. Угу. Такое вот приложение. То есть работает не быстро, но тем не менее работает. Может, у нас что-то с каналом Wi-Fi, не знаю. Есть приложение Bittrex Clinic, это разработка нашей компании. Я его выбрал, потому что, ну, то есть, хочется показать, как мы это делаем. То есть это сделано вот таким вот способом. Тут есть левый, правый слайдер. Вы можете в своем приложении сделать то же самое. Свои иконки. Здесь можно записаться на прием к врачу. Олег, хочешь? После вебинара обязательно. Давай, косметология. Что ты хочешь сделать? В Москву поедем. Коллеги, что мы хотели этим сказать? Обратите внимание, что на нашей платформе можно создать, в общем-то, приложение для любой сферы вашего бизнеса. Да? И это просто, и это работает. Да, действительно, вы можете сделать все, что угодно. Как вы видели, приложения очень разные по дизайну, очень разные по функционалу. Вы можете хотя бы попробовать. Опять же говорю, все это бесплатно. Вы можете пробовать все это бесплатно и смотреть результаты в мобильном приложении Bittrex Mobile. Давай двинемся дальше, у нас времени уже не так много. Скоро у нас должны вступить партнеры. Итак, главное преимущество этого нашего продукта, мобильное приложение, это цена. Это низкий порог входа, так как для разработки данного приложения нужно только определенное число веб-разработчиков с теми же навыками, что и раньше. Ну, просто им нужно изучить API нашей платформы. Все. И приложение они могут обновлять, однажды выпустив его на нашей платформе. Просто обновлять дизайн на сервере, менять что-то на сервере. И это все будут видеть ваши клиенты, которые установили ваше мобильное приложение. Перевыпускать приложение нужно только для того, чтобы получить какие-то новые функции платформы. В большинстве случаев, по нашему опыту, то есть это происходит не так часто, но тем не менее кто-то хочет кардинально поменять что-то в приложении, и мы это делаем в рамках лицензии. Все очень просто. Опять же, это те же самые преимущества, которые я сказал. И, собственно, у меня, наверное, все. Слушай, а какая цена платформы? Мы говорим про цену дешево, а какая цена платформы? Ну, как дешево. Если сравнивать, допустим, с разработкой отдельно на Android и на iOS, и еще на Windows Phone, то это очень дешево. Это 47 тысяч
900 рублей. Да, это приложение на 900 рублей. 48900. Успокаивающая цена. В общем, и это на две платформы. Выпускается одновременно две платформы, но разрабатывается один раз под одну платформу. То есть. А что же нужно сделать, чтобы вот, да, вот по этому слайду что-нибудь скажешь еще? Ну, в принципе, я в процессе все уже рассказывал. Вам нужно просто с помощью наших трех инструментов разработать мобильное приложение, убедиться, что оно работает корректно, купить лицензию за оговоренную цену, создать заявку на нашем сайте. Все это написано в документации, кстати. И наши разработчики обработают эту заявку и выпустят ваше приложение в максимально короткие сроки. Возможно. Да, окей. Ну что, коллеги, я вижу ваши вопросы, блог. Я оставлю его на потом. Сейчас у нас, как и следует из нашего слайда, вступают в эфир наши коллеги из Yacreations. Антон, регулируйте, пожалуйста, сами, включайте себе микрофон. Я хочу вас сейчас услышать. Давайте вас послушаем. Антон. Да, я снова. Да, хорошо. Антон, я не знаю, кто из вас будет презентером, да? Кто будет показывать ваш экран? Кто? По очередности, сначала я, потом второй Антон. То есть вы это будете регулировать сами? Да, да, да. Хорошо, ну все, поехали тогда. Угу. Так, я уже могу, да, свой экран показывать? Да, конечно, конечно, уже все. Ага. Так, 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 так. Так, ну что, давайте начнем. Итак, коллеги, еще раз добрый день. Да, мы уже представились. Мы представляем интернет-агентство Yacreations и занимаемся в том числе разработкой мобильных приложений. Так, сейчас давайте. Антон, мне кажется, ваш экран мы еще пока что не видим. Давайте вы его включите, сделайте. А, так. Мы еще лазим по нашему экрану. То есть ваша презентация сейчас не видна. Так, а сейчас видно? Да, можно начинать, все хорошо. Так, давайте вопросики уберем. Так, и начнем. Итак, разработка мобильных приложений. Буквально в двух словах вообще о чем будет эта часть доклада. Скорее она направлена на как бы бизнес-часть. То есть я расскажу о том, кому полезно мобильное приложение, зачем оно в конкретных случаях нужно, то есть это будет менее техническая часть. В принципе, Евгений уже и так все хорошо описал, разъяснил, как это все работает именно с технической стороны. Так, ну, в принципе, оглавление можно пропустить. И начнем сразу с вопроса, зачем оно нужно. Естественно, вы хотите, да, как владельцы бизнеса, повышать свою прибыль, повышать доход. И как уже коллеги Олег с Евгением привели статистику, я ее повторять не буду, вы уже поняли, что количество пользователей с каждым годом растет, и уже нельзя охватить свою аудиторию только сайтом, то есть только десктопом. Соответственно, нужно выходить на планшеты, на смартфоны и в будущем даже на смарт-ТВ. Вот. И самый такой главный пункт доклада – это кому выгодно иметь мобильное приложение. То есть в первую очередь можно, конечно, если логически рассуждать, подумать, что, ну да, магазины, доставка – это самые, так сказать, приоритетные потребители мобильных приложений, то есть как в плане заказчиков. Но на самом деле это не так, потому что выгодно иметь мобильное приложение на самом деле практически всем. То есть вы за счет мобильного приложения получаете лояльных клиентов, которые, или точнее повышаете лояльность своих клиентов, потому что они понимают, что вы, во-первых, относитесь к своему бренду, к своему бизнесу соответствующим образом, то есть вы заботитесь о нем, да, вы предлагаете новые каналы для контента, то есть если у вас, например, какой-то салон красоты, вы можете предложить, например, запись в ваш салон красоты через мобильное приложение, то есть
Понятно, что, конечно, нужно различать, делать некую градацию. То есть, если у вас, условно, очень локальный бизнес. Вот у нас был такой случай, когда к нам пришел, условно, ну, на самом деле, не условно, а к нам пришел действительно салон красоты. Они были, как бы, ну, развивались, но не в рамках какой-то глобализации. Да? То есть, у них был один салон, они делали там условно ремонт и захотели сделать новый сайт. И также в связке с сайтом попросили сделать мобильное приложение. Вот. Когда это не, например, там, салон условно в центре Москвы, да, где это уже вопрос имиджа, то здесь мы это клиенту открыто сказали, что вам лучше инвестировать как бы скорее в какую-то локальную рекламу. Но если у вас условно бизнес вот вышел за этот порог, то в принципе мимо мобильного приложения обойти уже даже, наверное, не получится. То есть во всяком случае будут задаваться какие-то вопросы, вот почему у вас для мобильного ничего нет, потому что если у вас, например, очень молодая аудитория, то они просто не поймут ответа на ваш вопрос, почему вы не сделали, почему нет мобильного приложения, ну, да, не знаю, руки не дошли. То есть они это не поймут, и вы в этом плане потеряете потенциальных или уже существующих клиентов. Также, что еще, зачем, как бы конкретно нужно, можно использовать мобильное приложение, это повышать охват своей аудитории. То есть что это значит конкретно? Например, вы можете, имея, условно даже, чтобы отойти просто от примеров с магазинами, вы можете иметь блог, да, вы просто, например, известный блогер. И очень часто, если вы хотите, например, быстро достигать свою аудиторию, свою публику, у вас это, скорее всего, ну, не так хорошо получится через адаптивный дизайн, чем через мобильное приложение. Даже по одной банальной причине, одной из причин, это, например, пуш-уведомления. То есть как только потенциальный пользователь, клиент устанавливает мобильное приложение, и в нем есть пуш-уведомления, его запрашивают телефон, смартфон, хотите ли вы получать пуш-уведомления. В принципе, как показывает практика, всегда, ну, не всегда все, но процентов 80 жмут на разрешаю. Соответственно, если вы, например, опять же вернемся к блогеру, вы публикуете пост, то пользователю приходит на его экран пуш-уведомление. Его читают, как опять же показывает практика, даже, наверное, ну, может быть, не 100%, но 99%. То есть, если сравнить, например, с SMS или с email-рассылкой, то конверсия нам в разы выше. Вот, потому что уже всем надоел этот спам по SMS, всем надоел спам по электронной почте, но когда здесь немножечко как бы психология другая, когда приходит пуш-уведомление, оно приходит как бы по воле излияния клиента. То есть он заранее сказал, что да, я хочу получать эти пуш-уведомления. Вот, соответственно, в его же интересах его это пуш-уведомление прочитать, просмотреть, может быть, даже нажать на него. И, соответственно, если у вас какие-то скидки, если у вас интернет-магазин, да, вы публикуете скидки, идет пуш-уведомление. То есть ваши клиенты, ваши пользователи, они намного ближе. То есть вы их прям вот ведете на поводочке на самом деле. Так. Приведу еще один пример, более детальный. Это чтобы тоже как бы вы понимали, потому что часто задаются вопросы, да, кому вот у меня не интернет-магазин, да, зачем мне мобильное приложение. То есть в данном ключе рассмотрим химчистку. Казалось бы, зачем химчистке мобильное приложение? Абсолютно такой офлайн бизнес, где уже столько лет все это работает, зачем здесь куда-то что-то переносить в онлайн? На самом деле причин очень много. И вот как видно на слайде, мы разрабатываем такую схему, где с точки приема
данные передаются на некий сервер, который обрабатывает, на самом деле, данные с нескольких точек приема и передает эти данные слева в виде веб и справа в два мобильных приложения. Что значит передает данные? Это значит, что любой клиент данной химчистки, он может просмотреть либо в вебе, либо в мобильном приложении свои какие-то условно показатели. То есть сколько вещей у меня сейчас в химчистке находится, сколько я сдал всего, какие у меня бонусы есть, какие, например, у меня есть расценки. То есть здесь химчистка может, например, также играть, или маркетинговый отдел химчистки играет, то есть давать, например, клиентам мобильного приложения, или, ну да, условно мобильным клиентам, да, я их так назову, какие-то скидки, да, то есть другой прайс-лист. И для чего важна связка именно веба и мобильного приложения? Например, для того, чтобы вы могли вызвать водителя. То есть данная химчистка, для которой мы это делаем, она хочет давать клиенту возможность вызвать водителя, чтобы этот водитель вещи забрал. Соответственно, второе мобильное приложение, которое видно справа снизу, это как раз и есть мобильное приложение водителя. То есть он ведет некую статистику заказа, то есть он должен выдать клиенту некий чек, и, соответственно, он все это делает с помощью своего мобильного приложения водителя. Вот. Это некая такая экосистема, которая позволяет условно отойти от, например, уже не нужно будет поддерживать колл-центр, если у вас в химчистке активно идет доставка, то есть у вас есть этот сервис, да, он развивается, вот, вы, в принципе, можете уже экономить на неком колл-центре, то есть все заказы, в принципе, химчистки, ну, точнее, вот этой химчисткой, там мобильным приложением пользуются, если я не ошибаюсь, около 70% клиентов. То есть процент очень высокий. Да? Если вы можете вот из этого офлайна, получается, 70% ваших затрат сократить и перенести на онлайн, который вам будет стоить не условно не ежемесячно, да, как бы одним куском, вот, то это существенная выгода для, в данном примере, для химчистки, для вашего бизнеса. Так. Да, пункт я забыл сказать о том, что в данную экосистему можно подключать очень большое количество игроков. Это значит, что можно разработать, например, открытый API, где к вашему условно сервису, да, личному кабинету можно подключить, ну, например, какую-то стороннюю доставку или клининговую компанию. Или, например, доставку еды. Это все сейчас набирает большие обороты популярности. И, соответственно, если вы сможете за счет как бы, вот, такой открытой системы, или точнее системы, которая позволяет масштабироваться, если вы сможете предложить клиенту большой комплекс услуг, то это, соответственно, приводит к тому, что он уже сам будет заинтересован постоянно быть с вами на связи, то есть постоянно заходить в это мобильное приложение. Хотя, на самом деле, это даже не столько важный момент, потому что, опять же, через пуш-уведомления о любой новой информации клиент будет уведомлен автоматически. Так. Еще один моменте, который я хотел бы, о котором я хотел бы рассказать, это то, что не обязательно полностью дублировать функции вашего сайта. То есть наш конкретный пример, мы сделали интернет-магазин для компании, которая торгует кирпичами. И опять же, они попросили сделать им мобильное приложение, что мы сделали. Вот. И здесь, на данном моменте, когда мы это мобильное приложение сделали, мы и клиент поняли, что кирпичи через мобильное приложение мало кто покупает. Здесь нужно оговориться, что не совсем это как бы плохой знак, потому что очень часто клиент получает информацию, то есть он, например,
информировать себя о вашем ассортименте, о скидках через те же пуш-уведомления, например. И только, а потом уже приезжает, например, домой и смотрит в спокойной обстановке с компьютера, с десктопа уже ваш магазин и заказывает. Вот. Но несмотря на то, что это также повышает конверсию, есть отдельные элементы, которые могут действительно, так сказать, которые могут помочь помимо основного функционала еще повысить лояльность, может быть, клиентов, повысить пользование, частоту пользования вашим приложением. Это дополняющие функции. Например, для того же сайта с кирпичами мы сделали калькулятор. То есть вы предлагаете, вы не дублируете, а вы дополняете свой основной функционал, например, интернет-магазина, каким-то приятным бонусом. То есть если клиент, например, хочет построить дом, он может ввести кучу параметров своего дома и посмотреть, сколько тонн какого-то кирпича ему нужно. Вот. А у данного клиента это пользуется большим спросом и большой популярностью. Так. Ну, собственно, в чем выгода использования, уже тоже Олег с Евгением рассказали, поэтому я здесь зацикливаться не буду. Вот единственное, наверное, стоит рассказать, что для разработки мобильного приложения, если вы хотите поддерживать, соответственно, две или даже три платформы, если вы хотите на Windows Mobile также иметь мобильное приложение, вам нужно учитывать сразу, что вам придется нанимать трех, ну, или минимум двух разработчиков, которые являются узкоспециализированным профессионалом. То есть Java и Objective-C это не, как говорится, это не условно, ну, может быть, Java, конечно, она более популярна, но Objective-C это точно не мейнстрим. Соответственно, если вы будете нанимать специалиста зарплаты от 100 тысяч, это как минимум, как показывает рынок, если вы, ну, естественно, хотите, наймете профессионала. Вот. И если у вас будет условно три разработчика, то есть это уже минимум 300 тысяч в месяц, и как показывает практика, нативная разработка, она не может длиться, невозможно сделать там, за две недели, за неделю. И, соответственно, уже через два месяца у вас затраты будут в районе 600 тысяч. Если это еще, если вы напрямую работаете с разработчиками, то есть вы должны быть, ну, условно, даже технически подкованными, чтобы дать им адекватные задачи, чтобы они знали, могли что-то сделать. И также необходимо настроить тоже существующий сайт, если у вас нативная разработка, неважно, на Bittrex или на Bittrex, чтобы он отдавал контент для мобильного приложения, потому что иначе вот этой связки канала его по умолчанию не существует. И это тоже затрат. И это еще одна сторона разработки, то есть ваш веб-разработчик, он должен будет это настроить. Ну и я думаю, по бусу, по Bittrex управлению сайтом, здесь все понятно. То есть вам нужен один разработчик, который понимает JavaScript, понимает HTML, CSS. И, соответственно, тоже очень важно отметить, что мобильное приложение за счет того, что, естественно, разрабатывается одной компанией, оно уже полностью, вот этот канал связи, он настроен. Антон, слушай, а вот здесь вопрос тебе, вот по твоему опыту, хотя ты про цифры уже проговорил, да, про разработчиков, в среднем цена разработки мобильного приложения, вот минимум-максимум, по вашему опыту? Да. Вот через два слайда, по-моему. Отлично. Да, вот. Да. Так, соответственно, шаги для создания мобильного приложения на бусе, на Bittrex управления сайтом, очень простые. Вам нужно, во-первых, иметь сайт на системе 1С Bittrex управления сайтом. По возможности иметь адаптивную верстку, но это не обязательно. То есть можно заморочиться, например, с индивидуальным дизайном.
определить какие-то требования, то есть понятно, если у вас интернет-магазин, то это более-менее стандартно, если, опять же, да, химчистка, если вы хотите подключить 10 подрядчиков, то желательно, конечно, от вас иметь описание того, что вы хотите, ну и, соответственно, потом выбрать компанию подрядчика. Вот. Перейдем, наверное, к самому интересному слайду. Я его немножко озвучу. Почему необходимо его озвучить? Потому что очень часто спрашивают, сколько стоит, да, мобильное приложение. Вот. На самом деле вопрос, как это бы банально, точнее ответ банально бы не звучал, зависит от ваших требований. То есть можно сравнить, вот вы приходите к автопродавцу, сейчас неважно какому, и говорите, я хочу машину, сколько стоит. Вот. Соответственно, ему нужны какие-то данные, какие-то входные данные. Вы хотите бензиновый двигатель, дизельный двигатель, вы хотите Ладу Калину или вы хотите Бентли, вы хотите джип или вы хотите легковушку, может быть, вам грузовик нужен, да? Соответственно, здесь какие-то входные данные нужны. Но, как вот показывает наша практика, в среднем от 100 до 150 тысяч рублей уже можно получить, например, простой интернет-магазин, если у вас уже, например, есть адаптивный дизайн и есть сайт на Битриксе. Сроки это, вот, опять же, в среднем, средняя по больнице от 2 до 4 недель. Опять же, вот большая ремарка. Очень сильно, конечно, зависит от входных данных. То есть сказать, вот подписаться кровью, как говорится, под вот этим предложением невозможно, потому что у кого-то будет, например, блог, да, его можно сделать, не знаю, за 10 тысяч рублей и за 3 дня. Вот, а у кого-то будет, опять же, вот та же химчистка, где нужно два мобильных приложения, где нужно настроить всю экосистему и настроить еще открытые API наружу. Поэтому, как говорится, здесь вот такие вот данные. Ну и, соответственно, теперь с моей стороны все. Я передаю слово своему коллеге Антону. Добрый день, меня слышно? Да. Мы тебя уже слышим, коллеги. Пожалуйста, в Kaku Questions плюсики поставьте. Слышите ли вы Антона? Да, все окей, можно начинать. Вот, отлично. Так, теперь скажите мне, пожалуйста, как мне включить мой экран. Давай я тебе сделаю. Давай. Все. Да. Так, экран видно, да? Уже да. Да. Отлично. Хорошо. Так, добрый день еще раз, коллеги. Я расскажу о мобильном приложении с точки зрения технической больше. А именно покажу, что мобильное приложение на базе Битрикса умеет на данный момент. А вы уже со своей стороны сможете продумать, в каком виде может быть конечный вариант вашего мобильного приложения именно под ваш бизнес. Также покажу, какие мобильные приложения могут быть реализованы с помощью платформы Битрикс, какие есть возможности для ERP-систем. Первое, на что хочу обратить внимание, так это на то, что продукт от Битрикса поддерживает нативные элементы интерфейса. Это значит, что все элементы платформы iOS и Android могут быть использованы в вашем приложении. Я имею в виду всякие компоненты выбора даты, текстовые панели и слайдера страниц, ну и прочие компоненты. Для чего это может пригодиться? Это увеличение скорости работы вашего приложения и, скажем так, понятность для вашего пользователя. Теперь, собственно, какой есть функционал и какие могут быть примеры его использования. Первая возможность мобильного приложения – это отправка файлов на сервер и загрузка файлов с сервера в мобильное приложение. На базе этой возможности можно организовать, к примеру, сервис консультации клиентов, в котором клиент может отправить фотографию или файл вашему менеджеру, а тот, в свою очередь, уже предоставляет обратную связь. Это может быть полезно магазинам с большим ассортиментом однотипного товара, к примеру, крепления какие-нибудь, либо же бизнесам, которые предоставляют услуги. Это могут быть медицинские центры, автомастерские, ну и подобного рода. Следующая возможность – это чтение QR и баркодов. Это может быть внедрено в любую товароучетную систему с целью ускорения, к примеру, приемки товара. Ну а также в системы обслуживания клиентов, где билеты могут продаваться через интернет.
К примеру, вот есть сеть кинотеатров IMAX, уже давно они используют такую систему, где клиент может либо с распечаткой, либо с QR-кодом на экране мобильного телефона прийти, а девочки на входе в зрительный зал уже сканируют этот код. То есть клиенту не приходится заходить в отдельную кассу, обменивать его распечатку на билет, ну и так далее. То есть это ускорение обслуживания, ну и дополнительная статистика для вас, как владельца бизнеса. Когда пользователь скачивает ваше мобильное приложение, у него App Store или Google Play спрашивает о всех возможных доступах для мобильного приложения. То есть это доступ к файловой структуре, к галерее, к вашему местоположению, ну и подобным вещам. Благодаря этому появляется возможность отслеживания местонахождения клиента во время использования вашего приложения. И на основе этой функции можно уведомлять клиента, когда он находится рядом с вашими физическими точками и говорит, допустим, про какие-то свои акции, ну, так, тем самым заманивая клиента к себе в магазин. Также это может быть полезно для систем доставки и транспорта. Мобильное приложение позволяет читать средствами операционной системы большинство файлов, которые сейчас активно обмениваются. Это может использоваться в таск-трековых системах, это можно использовать при отправке вашим дилерам обновленных оптовых прайсов, ну и подобные обмены любыми файлами. Можно также организовать видеосвязь. Это могут быть IP-камеры, это могут быть онлайн-консультирования, удаленные уроки. Ну и, как говорил Антон, наиболее простой и эффективный метод оповещения ваших клиентов о ваших предложениях, скидках, каких-нибудь новостях на вашем сайте – это отправка пуш-уведомлений на устройство клиентов. При открытии пуш-сообщения есть возможность сразу перенаправлять клиента вам страницу. То есть вы можете в своем приложении сделать отдельную страницу посадочную, отправлять какое-либо пуш-сообщение и смотреть, сколько пользователей его просмотрело и сколько пользователей его открыло. То есть может быть такая ситуация, когда сообщение прилетело, пользователь там занят, допустим, он увидел его и смахнул. А есть еще случай, когда человек просто заходит, нажимает на это сообщение, переходит и ознакомливается с предложением. То есть вы можете видеть статистику по открытым и неоткрытым пуш-сообщениям. И конкретному пользователю, то есть если вы, допустим, не прочли сообщение, вы знаете, кто не прочел сообщение, вы можете либо повторить ему эту отправку, либо ему отправлять до тех пор, пока он его не прочтет, ну, либо же пока он не удалит ваше приложение. В феврале этого года был анонс обновления мобильной платформы, в которой была добавлена возможность мобильного приложения без подключения к интернету. То есть с этого момента появилась возможность хранить на устройстве клиента нужные вам файлы и обновлять их при появлении подключения к сети. То есть сейчас вы можете файлы верстки, файлы скриптов, файлы стилей располагать на приложении клиента и использовать их так, как вам необходимо. Сразу хочется сказать, что все, что на данный момент реализуемо с HTML 5 и CSS 3, также можно закидывать в приложение, а это, ну, грубо говоря, вы можете даже какую-либо игрушку скопировать и использовать в офлайне на своем телефоне. На базе всего этого функционала, который я описал, можно организовать полноценную ERP-систему, с помощью которой можно контролировать все ступени вашего бизнеса. Это может быть вся ваша товароучетка, управление вашими сотрудниками, просмотр статистики по любым параметрам, отслеживание выполнения всех бизнес-процессов, ну и также можно просматривать статистику по трафику на вашем сайте. Для бизнесов в сфере обслуживания можно внедрить контроль сотрудников и отслеживать показатели по каждому официанту, повару, ну и любому лицу в вашем бизнесе. Также вы можете перенести в свой мобильный телефон всю финансовую отчетность по вашему бизнесу и видеть в режиме онлайн все движения средств
и тем самым экономить время на периодических составлениях отчетов, которые там Z-отчеты, недельные и месячные отчеты. Так, на этом у меня все. Спасибо за ваше внимание. По вопросам касательно консультации или разработки будем рады ответить по нашим контактам. Да, Антон, спасибо большое. У нас здесь есть парочка вопросов для вас. Вот вы озвучили сравнение с нативным приложением. А можете ли озвучить сравнение с приложениями на Cordova и PhoneGap? Вот те данные. Да, смотрите, если сравнивать с Cordova и PhoneGap, в Bittrex уже реализован большой функционал, которого на этом Cordova и PhoneGap нет. Это раз. Второе, это, как я уже говорил, это нативные элементы интерфейса, которые ускоряют работу. На Cordova в то же время нет этих элементов, и скорость работы ниже. Угу. И вот еще тебе вопрос такой. Возможно ли сделать офлайн вариант каталогов, ну, по вашему опыту, если у клиента нет доступа к интернету на время? Каталогов в плане, если, допустим, интернет-магазин, ну, в принципе, можно сделать, да, но это будет разрастаться размер этого мобильного приложения, потому что это будут картинки, это будет текстовая информация, и в конечном итоге пользователь просто может удалять это приложение, что оно очень много весит. Ну, а приходилось? Это реально, это можно. Угу, окей. Окей. Ну, коллеги, хорошо. Я думаю, сейчас мы благодарим вас, да, за презентацию. Я думаю, что сейчас мы в конце уже будем отвечать на все вопросы, которые у нас есть, на большую часть онлайн. И в том числе вы, коллеги, также можете присоединиться. Я пойду сверху вниз. Я вижу, коллеги, все ваши вопросы. Давайте начнем. Так, вот здесь уже от Руслана я вижу каверзные вопросы о том, что что-то не так, что приложение кривое и так далее. Коллеги, это вопрос конкретной реализации и конкретных партнеров. В данном случае я вынужден не согласиться с вашим утверждением, что приложение получается какое-то не очень. Все зависит от того, кто ему разрабатывал и как. Я думаю, что пример... Вообще к каждому такому проекту нужно индивидуально подходить, совершенно смотреть, какие проблемы возникли. Возможно, где-то, ну, я не исключаю, мы там не доработали, техподдержка как-то плохо сработала. Разные бывают факторы. То есть, опять же, система развивается, мы развиваем постоянно платформу, баги, они не без них. То есть, возможно, что-то сыграло какую-то критическую роль. Надо смотреть детально. И поэтому просто так сделать какие-то выводы, ну, сложно. И вот здесь еще следующий вопрос про адаптивный дизайн. Вот я бы хотел, чтобы Женя ответил с точки зрения его видения и коллеги вашего. Разница между адаптивным? Не разница, а имеет ли смысл разрабатывать отдельное мобильное приложение, если сегодня такой очень хороший тренд на адаптивный дизайн? Вот по-вашему. Ну, во-первых, да или нет? Стоит разрабатывать, опять же, зависит от цели. Адаптивный дизайн – это, в принципе, уже принуждение, потому что тот же Google, он индексирует сайты с учетом, то есть, того, что есть адаптивная версия, адекватная. По-любому это нужно делать. А если у вас цель удержать клиента, информировать его, чтобы постоянно ваша иконка вашего какого-то сервиса или магазина была на экране его телефона, и постоянно можно было через пуш взаимодействовать с клиентом, предоставлять ему какую-то актуальную персонализированную информацию, это задача мобильного приложения. Если у вас задача такая есть, то приложение, в принципе, это тот самый вариант, который вам нужен. Угу. Вот Юля у нас, коллеги, а как, Антон, как по-вашему? Что вы скажете? Да, вот как раз хотел вставить свои две копейки. Очень важный элемент, я в принципе в текстовом формате ответил, это то, что вы можете мобильное приложение на самом деле менять как угодно. То есть если адаптивный дизайн, он просто, он, во-первых, уже обязательный, то есть если пользователь открывает ваш сайт, и там нужно зумить и производить какие-то дополнительные действия, то он просто уйдет сразу. Вот. Если адаптивный дизайн, он просто, по сути, дублирует ваш сайт, то в мобильной версии, в мобильном приложении, там все ограничено, на самом деле, только вашей фантазией. То есть если вы, например, не хотите дублировать свой интернет-магазин, вот как было с кирпичиками, а хотите просто дать клиенту удобный сервис, именно калькулятор, то ваше мобильное приложение может содержать только этот калькулятор. И оно не будет зависеть ни от, ну, ни условно, ни от чего, что связано с основным сайтом. Вот так.
Окей. Хорошо, идем дальше. Спасибо, Антон. Идем дальше. Можно ли создавать индивидуальный контент с авторизацией? Спрашивает Александр. Ну, я думаю, что, конечно, можно. Ну, опять же, повторюсь, фактически вы разрабатываете в таком ключе, что это как будто сайт, но только с использованием нашего API и интеграции с нашей платформой. И там работает все то же самое. Компоненты Bittrex. Соответственно, вы можете положить компонент на страницу авторизации. И когда человек заходит в приложение, ну, очень много у нас таких, в принципе, вариантов. Много приложений мы собрали, где на входе сразу идет компонент авторизации, логин, пароль авторизуются. Также технологии точно такие же, запоминание авторизации, сессии, куки, все то же самое. И отличие от сайта в плане реализации этой задачи никаких нет. Да, спасибо. Вот Юлия нас спрашивает, как попробовать приложение бесплатно, есть ли демо-версия. Да, Юлия, совершенно верно. Мы в начале вебинара говорили, что есть 30-дневный демонстрационный срок, за который вы можете попробовать создать. Конкретно Bittrex вы можете поставить. Совершенно. Если у вас уже есть Bittrex с этим модулем, уже купленный, вы можете смотреть сколько угодно, разрабатывать, смотреть все бесплатно в плане разработки. Так, дальше, что у нас есть еще? А если есть облачная лицензия Bittrex, эта модель все равно отдельно покупается? Имеется в виду, если идет Bittrex 24 облака? Судя по всему, да, другой облачная лицензия. На самом-то деле, что касается вот вопроса лицензий, у нас есть отдельные продукты, это BUS, Bittrex управление сайтом, Bittrex 24 коробка облака, это отдельная. И отдельный продукт мобильное приложение. На каждый из этих продуктов это отдельная лицензия. И, соответственно, если вы купили Bittrex управление сайтом, разработали приложение бесплатно с помощью наших бесплатных средств, чтобы выпустить это приложение, вам нужно купить лицензию на другой продукт. То есть уже фактически выпуск это в рамках лицензии, в рамках отдельной лицензии на мобильное приложение. Выпуск по две платформы идет. В течение года идет поддержка, перевыпуски, консультации и так далее. То есть это отдельная лицензия. Одна лицензия, одно приложение. То есть одно приложение имеется в виду, что это одно приложение будет в Google Play и в App Store. Вот так. Если вам нужно два приложения, то есть, соответственно, вам нужно купить две лицензии. А вот такой вопрос еще. Онлайн-приложение может работать без подключения к интернету? Онлайн-приложение. Ну, тогда он не называется онлайн. Совершенно верно. Каверзный вопрос. Нет, на самом-то деле, опять же, был озвучен вопрос по поводу тех же каталогов, сохранения каталогов. Есть офлайн режим, был озвучен и мною, и Антонами. Есть средства браузера для сохранения информации. Это локальные базы, local storage, все что угодно. И больше скажу, если копнуть глубже, там есть еще в основе нашего фреймворка лежит та же самая Cordova. Cordova и, соответственно, все функции Cordova вы можете использовать. Если посмотреть API Cordova, то тогда вы увидите, что там можно фактически сохранять файлы с помощью этого API. Это отличается от нашего офлайн-режима, но вы можете сохранять там любые файлы. Базы данных, TXT, картинки и в офлайне их, собственно, читать и поднимать, и что-то с ними делать. И очищать все это вы можете, собственно, какими-то механизмами, как тоже было озвучено, что может быть переполнение, то есть много памяти заменяет приложение. Разработчик должен об этом позаботиться, и тогда будет все хорошо. Да, спасибо. Следующий вопрос. А планируем ли мы создать какой-то пошаговый туториал по созданию приложения с нуля до релиза? Это, наверное, вопрос больше к нам, да? Ну, вообще, на самом-то деле, эта цель у нас существует, мы пытаемся сделать что-то подобное. Возможно, у нас пока не получается, но мы стараемся. Если вам что-то непонятно, то есть у вас есть какие-то идеи, как бы вам было понятно, чтобы вот все это начали сделали от начала до конца, мы открыты для идей, пожалуйста, вы можете писать. В Facebook меня можно легко найти. Да, и позже, коллеги, мы контакты наши приложим, да. Вы также можете нам писать. Следующий вопрос. Мобильное приложение можно скачать, вот это разработанное, со своего сайта или лишь только с Google Play и App Store? Если у нас два приложения получается. На одной лицензии вы получается копия. Одна в App Store, а другая для Google Play. К сожалению, то, что связано с компанией Apple, то есть это App Store, приложение для платформы iOS, там проблематично, то есть там нельзя взять и отдать клиенту просто версию, он ее поставит, там, скачает на iPhone там, и все. Поэтому так не получится. А вот с Google Play, пожалуйста, мы соберем вам приложение, дистрибутив APK,
Можно его выложить в Google Play, либо сами вы можете это сделать. Вы можете разместить ссылку у себя на сайте, его точно так же можно скачать и поставить. Никаких проблем именно с приложением под Android нет. Угу. Можно сделать на сайте, разместить. Спасибо. Сколько мобильных приложений можно сделать на одной лицензии? Ну, уже озвучил, одна лицензия, одно мобильное приложение в два магазина. То есть на двух платформах, соответственно. Я это просто одно. Поясню, почему вопрос. Потому что у нас на нашей лицензии можно сделать два демонстрационных сайта. Но один как бы для разработки. Да, но это да? Совсем отдельное. Это не относится к этому. Да. Так, хорошо. Вот коллеги Антона озвучивали цифры про стоимость приложения. Это вот стоимость при заказе у вас, у партнеров, да, коллеги были? Да, 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 все верно у нас. Да, хорошо. Ну, здесь я вижу, что вы уже текстом ответили, но мы озвучим это еще и онлайн. Так, а вот опять-таки вопрос про лицензии. Вот, достаточно ли лицензии на Bittrex или нужно еще лицензии на модуль купить? Ну, если честно, не совсем понимаю, на какой модуль. Ну, модуль, если... Что такое модуль? Модуль – это мобильная платформа. То есть это модуль Bittrex, Bittrex управления сайтом на сервере. Он, собственно, входит в состав лицензии именно Bittrex управления сайтом. То есть, опять же, он позволяет бесплатно разрабатывать приложение. Причем в составе идет. Да, конечно. Во всех редакциях, кроме старт и первый сайт. А вот следующий вопрос про цены, про лицензии вопросы, коллеги. Оплата единовременная или каждый раз нужно какое-то продление? Денис, оплата, во-первых, единовременная, а продление у нас по желанию. То есть первый раз вы покупаете лицензию, и у вас действует подписка на год, да, на техподдержку, на обновление. Точно такая же схема, как и со всеми нашими продуктами. Да, совершенно. То есть не те, которые по подписке, а вот которые именно коробочные продукты. Вы покупаете изначально продукт за определенную цену, а потом идет продление поддержки. То есть получение обновлений – это какая-то энная сумма, по-моему, от стартовой цены. Точно такая же схема действует с продуктом мобильное приложение. Да, и вот если мы... Следующий вопрос. Спасибо. Если мы говорим про мобильное приложение, которое разработано на нашей платформе, то обязательно должен быть разработан сайт на Bittrex. Александр, да? Коллеги вам уже ответили, да? Обязательно. Если мы говорим разработан про наш... он может быть не обязательно, но бэкэнд конкретно, то есть модуль, все это должно, естественно, там быть на сервере на Bittrex. Совершенно. Там должен быть Bittrex. Может быть, сайта не быть, но приложение должно быть именно на Bittrex сделано. Вот следующий очень длинный вопрос от Светланы. Светлана, я сейчас его зачитаю. Вот все приложения, тестируемые нами, созданные на нашей платформе, очень медленные. Вот, и колесо загрузки присутствует на грани 90% времени. Есть ли возможность какая-то по сокращению загрузки? Вообще в чем причина? Это очень интересный вопрос на самом-то деле. Очень интересный вопрос. Это? Колесо загрузки нативное, которое вы видите, свидетельствует о том, что у вас очень плохая производительность на фронт-энде. Фактически JavaScript. Это означает, что страница может быть визуально и должна показаться, но у вас есть какие-то процессы, которые держат события загрузки страниц. Я, наверное, все-таки напишу об этом где-то в документации, какой-то tips and tracks, какой-нибудь раздел сделаю. Это проблема частая. Вот, и это мобильное устройство, и там к этим моментам нужно более внимательно относиться. Там страницы могут не догружаться. И, соответственно, пока они не догружаются, если плохой канал, то это колесико будет вертеться. Да, Светлана, я просто рекомендую вам, мы покажем в конце наши контактные данные, связаться либо вот с нашими партнерами, либо написать напрямую Евгению. Возможно, он вам найдет время и даст вам какие-то рекомендации. Так, можно ли модуль мобильного приложения установить на редакцию старт? Ну, мы опять уже про это говорили, Арсений. Давай расскажи еще раз, что на редакции старт нет такой возможности, нет. Нужно купить редакцию чуть повыше. Так, и есть у нас какой-то последний вопрос, я думаю, есть у нас какой-то список всех выполненных мобильных приложений? Насколько их много, какая-то статистика, отзывы пользователей? Спрашивает нас Александр. Список есть, но он не в открытом доступе, и мы его по запросу предоставляем. То есть прямо всех клиентов мы, конечно, не даем. То есть, но у нас не вот все это... дают еще, во-первых, согласие на то, чтобы публиковать, да, чтобы да, было для них разработано. Да, то есть какие-то определенные есть вещи, то есть когда мы можем там, показать, вот сегодня мы показывали приложения какие-то. Такой список существует, но в открытом доступе нет. В ближайшее время мы будем публиковать кейсы, истории успеха, связанные с нашими
с разработкой приложений нашей платформы. Там можно посмотреть, какие есть приложения. Так, ну что, я думаю, последний вопрос у нас от Дениса. Вот Денис пишет, что у него есть готовое решение на Java, то есть он делал его сами, консолидатор 12 фирм. Возможно ли использовать наше решение в этом случае? Если у вас изначально есть приложение в исходниках на Java для, я так понимаю, Android, то, соответственно, вам, получается, самому нужно компилировать это приложение. Так ведь? Так. Соответственно, вам нужны исходники нашей платформы. Но мы не предоставляем исходники нашей платформы, поэтому использовать их вы, к сожалению, не сможете. Возможно, в будущем будет вариант такой. Это сборка нашего фреймворка как какой-то библиотеки, которая будет поставляться там, по определенной лицензии, мы можем его просто отдать, и вы можете просто ее включить в свое приложение и использовать наш API и интеграцию с программными продуктами Bittrex другими. Но пока этот вопрос только в зачатках, и ничего пока не могу сказать по этому поводу определенного. Но сейчас так сделать нельзя, к сожалению. Окей, вот и последний вопрос, опять-таки, про онлайн-школу, про какое-то обучение, как говорил уже Евгений, то у нас есть курсы видео, да, прям какое-то вот обучение. К сожалению, сейчас именно обучение, именно создание приложения онлайн у нас нет. Опять же, планируется у нас создать как видеокурсы. То есть, как это сделать вот сейчас. Я думаю, что мы как-то уведомим об этом, да, всех? Да, конечно. У нас есть специальные люди, которые ответственны за все это. Мы решим этот вопрос. И если прям есть прям потребность, мы, конечно же, организуем. Окей, коллеги, давайте будем завершать. Антон, я вас благодарю. Антон, еще один, я вас тоже благодарю. Давайте мы сейчас пройдем наши отбивочные слайды. Коллеги, мы завершаем наш вебинар. Пожалуйста, ответьте на вопрос, был ли наш вебинар вам полезен как-либо, узнали ли что-то новое. Во вкладку questions поставьте какие-нибудь добрые слова, скажите, что да, было хорошо, либо нет, вы хотите знать больше. И скажите нам, чем, что мы можем сделать, как мы можем улучшить наши вебинары и сделать вам их еще полезнее. Да? Если у вас есть какие-то идеи о том, как нам улучшить наши продукты, Bittrex управление сайта, либо мобильное приложение, либо Bittrex 24, пожалуйста, заходите на сайт идеи, оставляйте вашу идею, мы вам даем обратную связь, говорим, что мы сделаем с вашей идеей. Либо мы ее приняли, либо мы ее не будем принимать. Окей, коллеги, спасибо за внимание. Антон, я благодарю вас. С нашей стороны тоже большое спасибо. Да, ваши были. Если у вас есть какие-то вопросы, коллеги, дорогие слушатели, пожалуйста, пишите к нам какую-то краткую консультацию, мы вам дадим, ну, если, конечно, у нас будет на это время. Ну что, будем завершать. Я вас благодарю за сегодняшний день. Всем удачи, всем хорошей недели, всем хорошей пятницы. Завтра суббота. Целуем, обнимаем. Да. Наконец-то очередной рабочий день. Да. Ура, спасибо, пока. До свидания. До свидания, всем счастливо. Пока.